Традиционный республиканский турнир, посвященный памяти первому мастеру спорта СССР по тяжелой атлетике Хаджибию Дзыгаштову, был проведен в минувшую субботу на базе Кашхабской детской и юношеской спортивной школы, в котором приняли участие более 70 человек. На открытии турнира присутствовал первый заместитель главы района Руслан Ямыков. От имени главы Кашхабского района я приветствую всех участников сегодняшнего турнира памяти нашего прославленного земляка Хаджибию Дзыгаштова. Я благодарю всех участников турнира за то внимание, которое они уделяют этому дню. Прошу вас, призываю вас своим примером, своими достижениями пропагандировать спорт, пропагандировать здоровый образ жизни, дать возможность своим тренерам, дать возможность району, дать возможность республике и нашей стране гордиться вашими достижениями. В сегодняшнем турнире желаю вам успеха. Пусть победит сильнейший. Далее к участникам турнира обратился заслуженный тренер России Меджид Хуажев. Добрый день, уважаемые шахабрицы, шахабрицы, дорогие участники. Сегодня очередной турнир, посвященный памяти. Вы знаете, памяти кого? Хаджибию Дзыгаштова. Краткую историю вам расскажу. Коротко. Хаджибию Дзыгаштов, первый мастер спорта Адыги по тяжелой атлетике. В категории до 60 килограмм, тогда категория была. И он победитель, неоднократный победитель Северного Кавказа, сейчас Южного федерального округа, но тогда объявил весь Северный Кавказ. И участник, он и не только участник, и победитель многих российских, всероссийских, всесоюзных соревнований среди сельских спортсменов. Такие соревнования проводились, назывались они первенство и чемпионат Советского Союза среди сельских спортсменов. И он был неоднократно победителем. Хаджибию Дзыгаштов начинал здесь заниматься, и, естественно, он вместе с тем занимался, как занимался, так же и воспитывал своих учеников. Тут многих можно вспомнить. К сожалению, многих нет. Вот здесь и Ардокова можно вспомнить, который, к сожалению, ушел из жизни. И многих других. И присутствует здесь Аскаби Вороков, который тоже занимался. И я лично с ним занимался, ездили на соревнования. Это человек был предан этому делу. Этому виду спорта, и, конечно же, он сделал много для развития тяжелой атлетики в Адыгее. Стоит напомнить, что в этом же зале, где занимался Дзыгаштов и другие ребята, начинал в свое время Мухарбек Кирилов, впоследствии ставший олимпийским чемпионом. Хочу сегодня пожелать кашхабрицам здоровья, благополучия и участникам показать высокие результаты, чтобы вы порадовали себя и своих тренеров, преподавателей и наших зрителей. Спасибо, удачи! Прежде чем начать соревнования, Руслан Ямыков выполнил приятную миссию, вручил удостоверение о присвоении звания мастера спорта России по тяжелой атлетике жителю аула Кашхабль молодому спортсмену Хазрету Хиштову. Юные штангисты в течение дня демонстрировали свой уровень подготовки, поднимая тяжелую штангу. Всех победителей и призеров турнира наградили денежными призами, медалями и грамотами от администрации района. Помимо этого, победители весовой категории 62 килограмма получили денежные призы от родственников Хаджибия Дзыгаштова. А тренеру по тяжелой атлетике Кашхабской детской и юношеской спортивной школы Рашиду Выкову от главы Кашхабского сельского поселения были вручены 5 комплектов спортивной формы, грамота и денежный приз.